В Адыгейхабльском районе с середины августа отмечается рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день зарегистрировано около 180 заболевших ковидом. Об эпидемиологической ситуации и предпринимаемых мерах репортаж Алихана Лепшокова. На сегодняшний день ситуация в Адыгейхабльском районе серьезная, но не критическая, отмечают медики. На данный момент 84 человека находятся под наблюдением, так как они являются контактными. 11 больных находятся на стационарном лечении. Исполняющий обязанности главного врача Адыгейхабльской центральной районной больницы Евгения Бесакаева подчеркнула, что пациенты проходят полное лечение под пристальным наблюдением медработников. У нас на сегодняшний день нет затруднений в смысле анализов мазков, потом направление больных коронавирусной инфекцией и подозрительных на инфекцию, на КТ, на госпитализацию. То, что мы наблюдали в первой волне, немножко было, может, это зависело от того, что было больше больных, или организация, может быть, недостаточная была. А вот сейчас легко в том смысле, что мы в день направляем мазков, вот наш район, 50 мазков в день. С августа выздоровели 32 человека. Сейчас ежедневно на дом выезжает терапевт и берет тесты. Медицинское учреждение обеспечено всем необходимым – СИЗами и лекарствами. Врачи ведут прием пациентов и дают назначения. Для нас очень важно выявлять болезнь на ранней стадии, чтобы оказать необходимую помощь, отмечают медработники. Наш рабочий день начинается с того, что бригада выезжает в качестве двух медсестер на заборы мазков. Повторные и первичные. Сначала повторных забирают, потом первичных. После этого я сижу на приеме примерно до 12 часов. Принимаю первых, кто обратился. После, в час где-то, я выезжаю сама как врач. Уже смотрю тех положительных. Тех, у кого впервые появилась температура. Работники медучреждения призывают граждан соблюдать все меры предосторожности, а тем, кто имеет признаки заболевания, незамедлительно обращаться в больницу, так как именно вовремя оказанная помощь может спасти жизнь человека. Алихан Лепшоков, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево-Черкесия, Адыгейхабльский район.